каждого телефона есть отверстие, микрофон, либо для разговоров, либо для записи звука через диктофон. Меня долго смущал свист ветра при записях. Я вот сегодня, благодаря Антону Степанову, разобрался, как убрать запись ветра. Что нам для этого понадобится? Наверняка у каждого из родителей есть для пошивки костюма детям на Новый год меха. Мы примеряем, сколько нам необходимо меха для создания мини-чехла. Разворачиваем мех и прошиваем его скоросшивателем. Буквально делаем небольшой отступ. Одну сторону мы прошили. Примеряем на телефон ширину полоски. И вот здесь вот отрезаем лишнее. Опять прикладываем телефон и смотрим, где нам отштамповать вторую полоску. Прошиваем также скоросшивателем. Лишнее можно отрезать. Выворачиваем. Примеряем на телефон. И получаем такой вот подавитель шума. Если посмотреть, можно не бояться за наши скобы, потому что здесь вот этот вот остаток, он как раз эти скобы закрывает с одной стороны и со второй. То есть телефон у нас остается непокоцанный. Сейчас пишу звук без одетого меха. Сейчас пишу звук с одетым мехом. Сейчас мех снимаю.